Я прихожу на тренировку и потренировал ребят, выхожу. Приходит молодой парень, ему 20-21 год, там, 12 часов тренировка закончилась, пол первого, короче. Он проходит пол первого в столовую покушать. Сонным лицом, сонным лицом. Он снимает квартиру рядом с залом, чтобы ходить на тренировки, и он проходит сонным лицом. Я на него смотрю, говорю, что пришел в зал, что пришел? Покушать пришел. Я говорю, почему на тренировку не пришел? Он говорит, проспал. Но человек спит до пол первого, до 12 часов дня, встает, чтобы позавтракать. И как ты хочешь стать чемпионом, если ты на ту утреннюю тренировку встать не можешь? В зале спрашиваешь, почему не пришел на тренировку? Анализы ходил сдавать. Вот другого времени нету. Именно вот во время тренировки. Почему не ходил в зал? Шея болела. Это стандартная отмазка. Шея болела. Ты же ему не можешь проверить, болит у него шея или не болит. Вот в таком случае Хабиб что сделал бы? Ничего не сделал бы. Дождь, снег, холод, слякоть, грязь. Блин. Одевался теплее, выходил на тренировку. Я имею в виду с ним, что он сделал? Ничего не выгнал бы из зала.